Друзья, всем привет, с вами iFreestyle. И сейчас мы находимся в Катаре, стране, которая будет принимать чемпионат мира 2022. В Катаре нас ждут выступления на мероприятиях самых известных местных брендов. А также мы будем снимать на полях одного из лучших комплексов мира – Aspire. Сейчас мы находимся на одном из 7 полей с натуральным газоном высшего качества – Академии Aspire, на котором проводят свои тренировочные сборы такие клубы, как PSG, Бавария, Реал и многие другие. А сегодня здесь iFreestyle. Сотрудники комплекса Aspire круглогодично следят за качеством газона. Полив происходит 5 раз в день, а на влажном поле бить – одно удовольствие. Сейчас мы находимся в комплексе Doom. Это тренировочная база Академии Aspire. Здесь есть площадки для всех видов спорта. Мини-футбол, волейбол, баскетбол, а также поле для большого футбола. Комплекс предназначен на тот случай, если на улице будет плохая погода. В принципе, как и сейчас. Поэтому у нас есть уникальная возможность протестировать этот манеж. Данный манеж ничем не отличается по размерам от профессионального футбольного поля. Также здесь предоставлено множество реквизитов для тренировок. Идеальные условия для того, чтобы тренировать штрафные удары. Ну что, попробуем? Национальный день спорта празднуется в 5 странах мира, одна из них – Катар. И для этого мы здесь, чтобы выступить на нем и провести наши мастер-классы по пани, фристайлу и различным видам ударов. На таких локациях, как City Center совместно с Red Bull, на территории Исламского национального музея для самой крупной телекомпании в Катаре – Ариду, а также на одной из самых лучших спортивных баз в мире – Aspire. Подводя небольшой итог, нужно сказать, что Катар развивается очень быстро. Я боюсь представить, что будет с этой страной к чемпионату мира 2022. Но самое главное, что местные жители безумно любят футбол. И Катар можно назвать без сомнения одной из самых футбольных стран мира.
Друзья, если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайк, пишите комментарий и подписывайтесь на наш канал. С вами был iFreestyle. Всем пока!